Что за блюдо? Картошка в мундире. Ну я вот обычно картошку в мундире-то варю, я ее целиком, чтобы потом мундир-то можно снять. А так вот, а мундир вот... зачем снимать? Это самопитательное, это желудок прочищает, как наждак. Да. Но... Желудок прочищает, как наждак? Но... Это где ты такое вычитал? Ну, сейчас придумал. Сам придумал? Ну. А мы в мундирах варим, и всегда мундир чистим и выбрасываем. Оказывается, он полезен. Ну, Игнатий Тихонович говорит, самые эти витамины в кожуре. Никогда не видел, чтобы он мундиры эти. Вот когда молодую картошку тогда, да, а когда уже она старая, то никогда, мы всегда чистили картошку. Ты видел прям, как он в мундирах ел? Ну, он говорил, я, говорит, люблю мелкую в мундире. Да, есть такое. Но он, ну, же... если мелко нету, и крупно пойдет. Ну так он мундиры-то чистил, Игнатий? Нет. Нет, ты уверен? Ну спроси. Ее замучишься мелку чистить. А, тебе лень чистить, поэтому... Да почему ты... лень чистить? Я тебе говорю, прочищает желудок, как наждак, все отсюда. Он как, как балласт. Он мелкую-то берет, как потому балласт, что очищает, что ленивым людям-то мелкую картошку-то лень чистить. И в туалет хорошо пойдешь, как балласт. Вася, Вася, накормишь сейчас меня. Вам промыл хорошо мундиры-то хорошо. Эти. Посолил? А я не солю. Не солишь, а почему? Белая смерть. Ну, а ты в Библии читал, написано, соль – добрая вещь. Как раз бы... Да куча там солонину давал. Где у будет меня? Перебор в холодильнике. Нет у меня солонины там навала. Где у меня солонина? Перебор будет. Перебор будет. Вот. Ну, вон там маленько что-то есть. Ни огурцов, ни помидоров. Там вон салат один только. И то он такой острый не соберет. Капуста. А что с капустой не стал свернуть? А? Все, ведро почистил, то на место то убирай. А сейчас я помою. А зачем ты вот трешь стоишь-то? Сейчас всплыву. Ну а зачем ты в ту вот эту кастрюлю не сделал-то? Сейчас вот будешь тереть, стоять, делать вид, что-то делаешь. Большую кастрюлю, ты что, зачем так вот сделать? Да большая кастрюля, она сбита там железом. И мало отбитой. Ну там кусочек отбитый-то вот. Роспотребнадзора-то нет, можно такой готовить.